До сих пор остается неизвестным, кто именно сбил малазийский Боинг над Украиной. По мнению гражданских и военных экспертов, все факты указывают на пророссийских сепаратистов на юго-востоке Украины. Причем не только ополченцев самопровозглашенной Донецкой республики, но и их покровителей из России. В этом убеждены и американские законодатели, о чем в эксклюзивной беседе с RTVI заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн. Несмотря на доклад, очевидно, что Россия вовлечена в это самым прямым образом. Она обеспечила сепаратистов оружием, снаряжением, готовила их. Российский военнослужащий нажимал на кнопку или нет, это не столь существенно. Факт заключается в том, что Россия и Владимир Путин вновь ответственны за ужасный акт насилия. Что теперь ждать от администрации и Конгресса? Новых санкций? Не знаю, президент проявляет себя поразительно пассивным. Он, похоже, все еще надеется установить дружбу с бандитом из КГБ. А с таким человеком не может быть иных отношений, чем мирное сдерживание, как говорил Рональд Рейган.